С первыми лучами солнца священный праздник Ураза-Байрам объединил всех мусульман Самары праздничным намазом гает. Впервые намаз проходит с соблюдением масочного режима, а большая часть прихожан разместилась за стенами соборной мечети. Первый день месяца Шавваль по исламскому календарю, согласно мусульманской традиции, является собой не только завершение строгого поста и возвращение к привычной жизни, но и торжество примирения, братства народов и спасения от ада. Сегодня у нас праздник. У постящегося пророк мир ему сказал две радости. Земная, когда все-таки человек встретился с едой, есть возможность кушать. И радость того, что перед Всевышним, когда придется отвечать за пост, за вот эту обязанность, предписанное деяние, он уже пройдет это испытание легко. С окончанием месяца Рамазан, он же Рамадан, самарским мусульманам передал поздравление и губернатор Дмитрий Азаров. Самарская область на протяжении многих веков мирно живут и трудятся представители многих национальностей и конфессий. В связи с чем Ураза-Байрам является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия. В эти радостные дни желаю всем мусульманам Самарской области мира, добра и благополучия. С хорошим настроением, это великий праздник. Это такой праздник, который обязательно перед Аллахом, который человек не для себя делает, а ради Аллаха. Поэтому для всех мусульман это обязательно. Мы таджики, вот сколько лет мы здесь живем и намаз, молитва читаем. Иншаллах, дружно живем и работаем здесь. И на этот цел. Вот сегодня очень хороший праздник. И, альхамдулиллах, это праздник удачно прошел. Праздник Ураза будет длиться еще три дня. Согласно предписаниям Корана, это время мусульманам рекомендуется провести с щедрым сердцем. По традиции, после утренней проповеди и намаза принято раздавать милостыню садака и собираться за праздничным столом в кругу самых родных и любимых. Ассаламу алейкум, с праздником! В светской жизни Дамира, Вероника, Шагидулины прекрасно ладят современными трендами и готовы доказать, что соблюдение религиозных обычаев не проблема для развития. Дамир – менеджер в строительной фирме. Вероника сейчас в декретном отпуске, по совместительству начинающий блогер и рукодельница. Шьет броши и рассказывает людям о том, как живут современные мусульмане. Нам гости, да, пришли сайт? Репортеры, да, снимать нас? Обращение к традициям своей культуры и веры в молодой семье было единодушным. Праздник Ураза в доме отмечается с таким же размахом, как и Новый год. С национальными блюдами, подарками, шарами и цветами. Испокон веков там и бабушки, и дедушки мы к ним ездили. Вот, приезжали в деревню, там татарская деревня, там с утра ходили в мечеть, праздничный намаз, и вечером уже всех собирали гостей, родственников. Приглашаем родственников, гостей, сами ходим в гости, дарим подарки, друг другу дарим, детям, нашим родным и близким, соседям. Сегодня соседи поздравили. Конечно, это очень приятно. Для мусульман это вообще один из самых главных праздников. Это Курбан-Байрам, Ураза-Байрам – это два самых главных праздника для мусульман. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.